цитадель, на захват которой отводилось несколько часов. Последний известный защитник был пленен на 32-й день войны. 5000 снарядов и мин за первые полчаса обстрела. Это и была первая контратака, с которой, в общем-то, и началась оборона Брестской крепости. Вместо наград – плен и забвение. До реабилитации памяти прошло 20 лет. Ну, я не плакаю ужасно, ну что вы. В живых сегодня только трое. Находились там где-то до последних чисел июня месяца. Хроникально-документальный проект «Брест. Герои форпоста». В эфире «Беларусь-1» в День Победы, 9 мая.